Да, там, слушай, целый вагон. Всем привет! Мы прилетели в Сочи, оставили свои вещи в камере хранения на ЖД вокзале. Вечером за ними сюда придем, потому что нам сегодня вечером нужно будет ехать в Розу Хутор, а точнее в Эстосадок. А еще точнее на Красную Поляну. У нас вообще в планах в этот раз, в эту поездку погулять по пешим тропам в горах. Ну а сегодня у нас первый день, и чтобы его не терять, пойдем куда-нибудь погуляем, что-нибудь перекусим. Взяли вот себе обед. У меня тут окрошка, плов. Ребят, тоже супы. У всех разные супы. Крис, у тебя какой суп? Грибной. Очень-очень вкусный. Прям достойный. Наташа, рыбный. Да, рыбный супчик. А у Миши? Солянка. Солянка. А у меня окрошка. Тоже понесешь? Сначала садимся. Я планирую, что мы не визуируют они. Кристин, ты справилась? Я не знаю. Оп. Жесть. У меня ноги вот так вот. Как это тихо? Давай, давай, Крис, опускай. Я не могу, я просто не могу. Надо снова давай. Смотри, что у Наташи вообще происходит. Слушай, у меня, кстати, расслабились ноги более-менее. То есть у меня до этого вообще... Слушай, на Мишу напали вообще. А сейчас палец мне съест. Ну что, как тебе рыбки? Расслабила. Расслабила? Меня тоже расслабила. После гаечки еще так хорошо. Мягенько. Слушай, может они все так зацветут? Это только первый? Может Потому быть. Что вот они прям вот пачечки, коробочки. Ну как-то он слишком ранний получился. Симпатичный такой один. Ну когда-то кто-то же должен быть первым. Вот это он. Вот это он, да. Не скользко? Не, нормально. А ну зафоткайте меня. Работаем, мальчики, девочки. У меня садится батарейка. Вы просто видите, Миша же меня подгоняет. Давайте, ваше здоровье, если так можно выразиться вообще в данной ситуации. Да, конечно, можно. Не пьянство ради, здоровья для... Так, ну что, мы заселились в номер, и давайте уже по традиции, наверное, проведем маленькую экскурсию сразу сходу. Видим шкаф, сразу видим душ. Вот такой вот душ. Очень, в принципе, уютно. Мне нравится. И вот такая комната, Кристинка. Комод, кровать, кухня. Есть холодильник. Что еще здесь есть? Барная стойка, два стула, телек, кондиционер и балкон. Балкон вообще офигеть. Вот это вид у нас. Хо-хо-хо. Пришли на ужин в Ем-Ем. У меня тут овощи, котлетка куриная и салат с чем-то там, с мясным. Короче, все как у Миши, кстати, получается.
Почти. У тебя еще какая-то, я там смотрю, котлета лежит непонятная. Это, это ребро. Ребро. Без ребро. Кристина веганит. Чечевица и овощи. Так, а Наташа? У меня рыбная котлетка. Овощи у Миши взяла. Немножко цезаря и сельдь. Ага. Вот такой вот ужин. Кушаем, сидим, пьем пиво. Всем доброе утро, и мы идем на завтрак. У нас по старой традиции завтраки с любовью в заведении ем-ем. Отличное место. Нас на комплекс мы, к сожалению, не успели сегодня, поэтому пришлось набирать. Поедем какое. Все равно от комплекса не сильно отличается. Яичница с беконом, запеканка, каша. А у всех примерно все одинаковое. Наташа только вот взяла еще чуть-чуть блинов себе, а Кристина... Кристина взяла... Что ты взяла? Киш. Овощной и два сырника. Короче, мы собрались ехать на подъемник Красная Поляна, но нам, походу, закрыто. Ну, Яндекс так пишет, что странно. При этом, смотрите, у нас открытые подъемники на Розе. Там все открыты? Ну, вот не все, но вот самые верхние, которые получаются. Ты не пропустил. Ну, он летит еще. Нет, летят, она конкретно... Да, она прям так смотрела. Постоянно. Короче, смотрите, у нас сейчас... Как смотрела? Ты за нее, да? Сегодня мы на ЗОЖе, во всяком случае, первую половину дня. У нас есть вот такой вот запас всяких смесей фруктово-ореховых. Взяли с собой воды. Сейчас возвращаемся в наш гостевой дом. Собираем рюкзаки и все. И отправляемся в сторону подъемников. Смотри, можно даже в эту штуку посмотреть вдаль. Ну, если у тебя мелочь есть. 100 рублей. Можешь на нас посмотреть, оно как раз на нас. А, мелочь 100 рублей? Мелочь 100 рублей. Пойдемте... К чему эти мелочи? К чему эти мелочи? Пойдемте лучше за кофе. Да. Так, это у нас станция Заповедный лес. Переход на Волчью скалу. Сейчас находимся на Розы пик на высоте 2320 метров. Вот такой сзади вид открывается красивый. Прогуляемся по самому верху, по верхним точкам данного курорта, докуда сможем дойти, поснимаем, посмотрим. В общем, смотрите, здесь у нас есть знак, который мы сначала не заметили, о том, что полеты на коптере запрещены. Но здесь есть аэротур, и можно надеть VR-очки. И вот этот вот чувак полетает здесь за вас, и, в общем, своими глазами можно все эти высоты и красоты посмотреть. Классная тема, и, в принципе, я так понимаю, что именно из-за него здесь на своем коптере летать и нельзя. Ну и сейчас, собственно, пришли на смотровую площадку. И вот такой отсюда открывается вид.
выходе поднимать хрень. Пока молчат, не поднимают. Поднимаем. Вот она, опа. Прямо по очкам. Без выхода, без выхода. Да, да, да. А, без... Рамку опускают, после оранжевого вата. И ноги тоже поднимают. А это тропа туда идет, да? Да, это водопад. А что она закрыта, из-за чего? До 5 числа приблизительно будет закрыта подготовка, если идет, потом сезон осадки. А как водопад там называется? Спасибо. В общем, у нас безвыходная ситуация. Буквально через неделю откроются все эти тропы. Здесь можно будет выйти, погулять, походить пешком. Сейчас пока нельзя. Поэтому катаемся на подъемниках и наслаждаемся видами. Опа, пошли. Ай, пока нет. Слушай, я предлагаю перелезть где-то через ограду, попробовать все-таки хоть чуть-чуть на хребет. Потому что мы когда поднимались, там видел, мужик шел с палками. Хоть немного пройдемся, но что-то мы вообще приехали и ходим какая-то. Ну, мы сейчас прошли основные туристические маршруты, дорожки проехали. Я согласен, да, давай попробуем хотя бы. Попробуем чуть-чуть дерзости себе позволить. Оп. Криминалити. Американо для вас готов. Спасибо. Так, а где сахар, вы сказали? В белом ящике он там подписан, табличка есть. Оп. Миша, тебя не закрыли, у тебя. Да, закрыто, закрыл, у нас все нормально. Не-не-не. На стакан-стакан. Нет, посмотри. Да, на стакан-стакан. А, да, вы хитрые жуки, что ли? А нам так дали. О. Ты знаешь, как турецкая мороженое, которое стаканчик, стаканчик, перестаканчик. Ага, прикольно, это чтобы руки не обжигать. Это то же самое, только кофе, так берешь там на руку, хоба-хоба, вылил. Класс. На ужин мы сегодня пришли в столовую Ем-Ем. Очень уж она нам нравится. И это наш сегодняшний ужин. У меня салат с говядиной, макаронные и куриные грудки. Окрошка. Будем сегодня ее кушать по Лешиному рецепту с горчицей и перцем. У Кристины что у тебя? Чечевичный суп, винегрет, немного макарошек. И целая миска этих гренок, самых. Но гренок. Они не очень вкусные. Не очень. Да. Так, у Миши. Чечевица. Чечевица. Чечевичный суп, такой же салат, как у меня. А вот там что у тебя? Грибы. Так, а у Наташи тоже что-то сегодня крошечка необычное. Крошечка на квасе, печеночный тортик, курица со шпинатом, грибочек и овощи. Вот такой вот ужин у нас получается после активного дня. Ну, по сути, он даже у нас с обедом совмещен в какой-то степени, потому что сегодня на маршруте мы кушали только эти самые фруктово-ореховые смеси и пили воду. Ну, там пару кофе за целый день выпили, ну и все, по большому счету, больше ничего не ели. Оп. Ну, а ты просто с нами морально.
подытожим. Вот был крутой день. Мне, если честно, все очень понравилось. Было очень много красивых видов. И... Ну, я прям кайфанул. Надеюсь, фидов. Не только я. Фидов. Вот. Поэтому на сегодня мы с вами прощаемся, а завтра пойдем снова гулять в горы. Ну и, естественно, будем снова все это дело снимать. Поэтому все. Всем пока и до завтра.